Доброго утра. Будем завтракать. Компотик, каша, овсянка. Афоня решил себе тоже взять такой бокальчик. Говорит, я маленький. Значит, мне надо маленький бокальчик, да? Да, ты большая. Я большая, мне большая. Да, ты мама. Значит, я мама, а ты кто? Так что у нас сейчас компотик с кашкой. Всем приятного аппетита, будем завтракать. Поставила сразу же вариться компотик и борщ. Здесь у меня куриные бедрышки и помидорчики, чтобы свежие. Сейчас они тоже сварятся, и я буду готовить борщ без томата, а вот со свежими помидорками. А еще, теперь, в общем, все это поварилось, оно еще варится, но помидорки я уже достаю. Они вот такие вот разваренные, на дуршлаг, ну, с кастрюлькой, да, он. Буду потом ложечкой протирать. Сейчас они немного подостынут. Так. Вот. Мяско еще немного поварится. И уже буду процеживать бульон. И готовить сам борщик. Все, я вот так вот все это разбиваю. Сок вытекает и мякоть тоже. Соответственно, тут остаются только вот эти вот плодоножки эти, ну... В общем, вы поняли, попки. И шкурка. А все остальное мякоть с косточками даже пусть протекает вот сюда вот. Получается здесь такая кашица. В общем, томатный сок с мякотью. Так, продолжаем варить борщ. А здесь уже подобавляла все, мне кажется. А, еще лук осталось и капусту. Зелень. В общем, здесь у меня свекла уже добавлена. Гляньте, какой классный цвет, потому что это винегретная. С ней вообще борщ получается настолько красивым. И будет еще томатик домашний. И хотела сказать, что лук я режу. А, тут после свеклы. Лук я люблю резать вот этим вот ножом. Не знаю, какой он там фирмы. То есть у него здесь такие зубчики. Made in Brazil, кстати, здесь написано. Он в Магнит Косметике его покупала. Два штуки их было в наборе. В общем, именно лук мне очень нравится резать вот этим вот ножичком. Все, борщ поели. Ой, блин, дырку сделала на шортах. Борщ поели. Сейчас я все здесь перемыла, поубирала, поставила охлаждаться компот. И быстренько нужно уходить с кухни. Пойду сейчас буду помидорчиками заниматься. Спасибо большое Степе с мамой. Они тут насобирали мне помидорок. Сейчас я их переберу. Какие целенькие, хорошие. Закатаю их ну, целыми помидорчиками. А какие вдруг где-то бракованные, вот как вот этот, да, я все это обрежу и сделаю томат. Улица опять туча, опять гром гремит. В общем, а вчера, знаете, как интересно было, на хуторе дождя не было, а в станице вот у родителей был дождь. В общем, такой нормальный, Степа с Верой были дома, ждут родителей. Родители не приезжают и не приезжают с хутора, потому что на хуторе-то дождя не было. Посмотрим, что будет сегодня и как. Я все-таки решила по одному ящику все делать. Вот сейчас один вот этот большой ящик я перебрала, получилось. Вот это все на томата, вот это вот хорошие плотные помидорки на покушать и на просто на закатку целенькими. Начнем с томата, сейчас все перемою. Резать не буду, потому что у меня классная соковыжималка, которая даже вот такие вот большие помидорки. То есть у нее большая ячейка, куда складывать все овощи и фрукты. Поэтому даже такие большие помидоры туда влазят. Поэтому все круто, просто осталось помыть и перекрутить. Вот мое помидорное место. Думала делать все, как всегда, под виноградом, но боюсь, что начнется дождь и меня намочит. Я сейчас что делаю? Перекрутила уже эти две миски, которые намыла помидорчиков. Вот такой вот мулинексовской соковыжималкой. Не знаю, какая тут марка. Мулинекс. Все, блин, сок течет. И она очень здоровская тем, что у нее вот широкая вот эта вот часть, куда ложить все фрукты и овощи. Вот сюда вот.
Сюда прям достаточно крупные помидоры, то есть представляете, да? Ну, я ничего не резала, все вот так закидывала. Сюда течет сок, здесь вот этот вот жмых весь. Вот я его сюда в миску складываю. И сейчас еще раз вот этот жмых я тоже пропущу через мясорубку, и с него как раз-таки выйдет. Потому что здесь все равно сока есть и некая такая мякоть, чтобы томатный сок был очень насыщенный. Поэтому, ну вот, с большого ящика у меня как раз будет примерно вот 15-литровая кастрюля, будет почти полная. Все, я перемолола целую миску вот этого вот жмыха еще раз. Получился вот такой вот здесь прям густой-густой сок, прям с мякотью. И вот это сейчас выкину. Получилось из ящика отходов вот одна вот эта вот полная штука. И кастрюлька томата. Сейчас я ставлю на огонь. Я добавляю сюда перец горошком, сахар, соль. И все. И когда все это закипит, раскладываю по банкам. В общем, по вкусу делаю такой, чтобы можно было пить. Вот, чтобы был вкусный. Я пробую, чтобы было и сахара достаточно, и соли. Не кисло, чтобы было, в общем. Уже почти 6. В общем, вторая кастрюлька у меня, банки уже намыты. Сейчас отвезу Гришку, пока выключу ее, и потом еще докипячу и закатаю сразу томат. Вот. Первый уже закутанный здесь. Дети играют в футбол с мячом. Маргарита вот уже никому не даст мяч. Все, еду уже обратно. Гришку отвезла. Серега, и Серега у нас был. И тут у нас ремонт дороги начался, но я туда впереди нет, а смотрю, что там что-то раздолбали, ямки ремонтируют. А тут у нас даже прогрейдировали, представляете? Все, конечно, сильно не стало, могу сказать, в этом месте вообще стало еще как будто бы хуже. Ну, не знаю, пойдет. Вот. Но в некоторых местах стало ровнее, так что радуемся тому, что есть, ребят. Прогрессировали, молодцы, спасибо. Хотелось бы, конечно, гравию, но нету, так нету. Что теперь делать? Теперь будем ездить как есть. Ну, хоть что-то, да, хоть в хорошую погоду, в относительно хорошую. Эту вот первую улицу на хуторе тоже прогрессировали, только я не пойму, что там за... А, ну вот туда прямо уже не грейдировали. Вот только здесь и все. И на нашей улице тоже, по-моему, ничего не делали. Ну, по крайней мере, я не заметила. Или что-то делали, не знаю. Ну, короче, там яма такая большая и есть. Тут я тоже что-то не заметила. Все, наверное, на этом уже закончилось грейдирование. У нас уже вечер. Красота, как всегда, как я люблю закат. Сейчас пойду смотреть. Закат вывесила, белье только сейчас, потому что была вообще целый день погода непонятная. Что здесь происходит у нас? А сейчас он полетит. Кто полетит? Ты с Антоном полетишь? Тихо, Антош, не надо так близко, не надо. Да? Еще там она, хорошо. Что такое? Надо полететь в космос. Ты в космос? Смотри, как я танцую. А Ваня, отойди. Как балет, да? На солнышко уже все зашло за деревья, уже его почти не видно. Видно только эту красоту. Потрясающую. А тут светло, а тут тучки. Красивый куст разросся. Петунии. Сейчас еще задача прокосить газон, потому что что-то мы вообще его запустили. И вот эта часть все-таки из-под ромашек, которая она пропала. Видите, какой плешивенький. Поэтому нужно там
так вот полосочку как раз купить и положить. Уже, наверное, ближе к осени это будем делать, но сейчас нужно все скосить. Так, папуля теперь косит. Эту часть я покосила, это сейчас все Женечка покосит. И я как раз вырву вот здесь вот всю траву. А у нас пока тут все играют. Антоша и Саша. А я хочу, мам, там на машине такие самокаты. Так, смотри. Ага. Пока тишина в комнате. Все на улице. Дети играют, я сейчас буду монтировать видео. Даже не помню, за какое число. В общем, я отстаю вообще дней на 10. Ну, вот такое вот лето, маленькая жизнь, когда времени не хватает. Но это круто, могу вам сказать.